Все нормально, не волнуйся. Это хорошо, когда слегка не по себе. Двигаться можешь? Кажется, да. Тогда приготовься. Вы целы? Надеюсь, вы меня простите. Вчера вечером двумя вооруженными людьми в масках было ограблено казино. Пока я не дам знать, что все улажено, я тебе не брат. У нас все получится. Разделимся. До встречи в Канаде. А если ты не позвонишь? Значит, я мертв. Мисс, как вы? Начинаем. Как тебя зовут? А как бы ты хотел? Мои родители живут у самой границы. Он идеальный вариант. Мы организовали блокпосты и ведем поиски, но он мог проскользнуть. Температура и дальше будет падать. Я ненавижу одиночество. Это пугает меня. Но лучше бы ты не подбирал меня. Лучше бы ты встретил другую. У нас в доме мужчина. И он вооружен. Не сочтите за наглость, но, может, приступим к ужину? О, боже мой. Уходи, это он! Парень застрелил офицера. Он не остановится, ребята. Все хорошо, не волнуйся. Это хороший знак, когда слегка не по себе. Черный дрозд. Эрик Бана, Оливия Уальд, Чарли Ханнем, Кейт Мара при участии номинанта на премию Киноакадемии Криса Кристоферсона и лауреата премии «Оскар» Си-Си Спейсек. Скоро в кинотеатрах.